spinningline.ru. Рыбку мышкой. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Вадим Комиссаров, и я рад вас приветствовать на канале Spinningline. Сегодня в нашем обзоре представлена серия крупных воблеров для ловли трофейного хищника на мелководных участках. Называется она iJack и производится известной японской компанией Megabass. Как и другие приманки от этой фирмы, iJack выделяется в своем классе качеством изготовления и рядом оригинальных технических решений. Давайте поближе его рассмотрим. Данная приманка относится к классу крэнк. Тело массивное, высокое, с боков немного сплюснутое. При длине почти 108 мм вес воблера, по заявлению производителя, составляет 1 унцию, то есть 28 граммов. Степень плавучести положительная, причем всплывает он довольно быстро. Спереди расположена лопатка оригинальной геометрии под названием Stingray Bill. Она задает размашистую игру воблеру во время анимации и определяет рабочий горизонт в районе полуметра. При медленной подмотке крэнк способен идти практически под самой водной поверхностью. Раскрашивается серия в различные цвета. Есть более спокойные тона для использования в прозрачной воде, а есть яркие варианты для пасмурной погоды и водоемов с повышенной мутностью. Оснащается двумя крупными и мощными крючками из достаточно толстой проволоки. Такие тройники без проблем пробивают рыбью пасть и, несмотря на сравнительно небольшие бородки, способны надежно удерживать трофей. А теперь самое интересное – внутреннее содержание воблера. В качестве балансировки использованы различные по размеру, весу и геометрии груза. В голове, практически у основания лопатки, расположен крупный металлический шар. Возле среднего тройника есть груз, внешне напоминающий таблетку, и два тонких цилиндра находятся друг за другом во второй половине корпуса. В данной приманке впервые установлена запатентованная система Radar Action Balancer. Как мы видим, это вольфрамовый шар, прикрепленный к металлическому маятнику. При движении он не только меняет центр тяжести крэнка, но и стучит о его стенки, издавая громкий оригинальный звук. В качестве основной проводки для Megabass iJack лучше использовать обычную равномерку или Stop & Go. Воблер активно переваливается сбоку на бок и дополнительно привлекает хищника своеобразным стуком. Основным объектом ловли станет щука, которая любит охотиться на заросших мелководных участках. Осталось лишь добавить, что ссылку на данный товар вы найдете в описании под видео. А чтобы не пропустить новые, интересные и полезные обзоры, не забудьте подписаться на наш канал. А на этом я с вами прощаюсь и до новых встреч на канале Spinningline.